Тут можно выбрать всякие настройки, но я их не буду, наверное, менять. Все оставлю как есть. Загрузка идет. И тут надо выбрать себе персонажа. Я возьму по классике самого первого персонажа. Тут можно ему выбрать одежду, но одежда, она... Ее можно достать из подарков, которые даются за регулярную игру в Don't Start Together. Мы появляемся И тут можно еще зайти в карту, и на карте отображены ворота. Ее еще можно видеть. Сейчас нужно добывать себе разные ресурсы для того, чтобы выжить. И после Хэллоуина можно найти всякие игрушки, но никакой сути в игре они не имеют. Просто для красоты. Сейчас главное собрать достаточное количество ресурсов. Тут можно увидеть, сколько у тебя жизни, рассудка и еды. А тут сколько дней ты уже выживаешь. Если рассудок становится маленький, то тогда тебе начинают мерещиться всякие тени, которые будут пытаться нанести тебе урон. Называется флинт в игре, и из него можно сделать всякие вещи. Вот если навести на предмет, можно увидеть, из чего его можно создать. Мне нужен топор, чтобы пережить ночь, потому что с помощью топора можно добыть дерево, а без дерева никак не прожить, потому что дерево делает костер, а костер помогает ночью осветить участок. Ночью темнеет, а в темноте на персонажа нападает некий монстр. Как он выглядит и вообще что он собой представляет, неизвестно, но он очень сильный. И нужно каждую ночь находиться в свете. Вот, на костер его уже можно скрафтить, главное потом его не поставить, а сохранить. Но это можно сделать сразу же и ночью. Я просто сделала заранее. Что нужно собирать, чтобы сделать себе вот такой головной убор? Это вещь, нужна, чтобы сохранить рассудок. Это самая первая шляпа, которую можно скрафтить в игре. Гонщик, мне лучше не подходить, это агрессивные звери, они будут наносить вам урон. И возле вот таких вот горстей камней они очень часто спаунятся. Не часто, а всегда, это спаунятся. Их надо переубивать, потому что это опасные очень мобы. Тут показано еще и время. Синяя – это ночь, желтая – это день, а красная – это вечер.
вечером еще пока что не сильно темнеет, и можно продолжать собирать ресурсы. Самое главное – это в первый день добыть палки, побольше флинтов и костер. Потом можно будет создать большую базу и на ней уже как бы жить и развиваться. Главное не потерять, как бы, продолжать следить за временем, чтобы темнота сразу не настала в ненужный момент, когда ты не подготовлен. Играть можно большой компанией, это игра специально создана. Есть обычный дрессор, а это концепция бега, создан специально, чтобы играть с друзьями. Вначале я заспаунилась рядом с домиком свина. Свин — это такое существо, которое как бы... это существо, которое само по себе как бы дерется с мобами, но и персонажи ему особо тоже не поможет. У него... О, я пришла с домом. У меня тут есть светильники, поэтому мне можно, в принципе, не опасаться ничего. Ночью я это даже покажу, у них загорается свет. Но если ты подойдешь, чтобы... как бы тебя не убил Чарли, то он сразу погаснет. Ну, то есть свинья, она, по сути, свинья и есть. Тут уже, в принципе, можно не отходить от портала, не имеет это смысла, можно собрать побольше еды, и ночью ее можно обжарить на костре. Это нужно, чтобы она была более питательная. Я, например, уже за день проголодалась. Наш, точнее. Входим еще немножко в территории, и чтобы понять примерно, что я сегодня обошла, я могу открыть карту. Вот такой участок земли я обошла. На неизведанных полях, на неизведанных местах, все закрыто вот этой вот черной непонятной штукой. И если ты попадаешь в темноту, то твой персонаж перед тем, как... тебя будет атаковать Чарли, он скажет какую-то реплику на английском. Я точно перевод не знаю. Каждый персонаж говорит свое. И время от времени они что-то говорят, тоже зависит от персонажа. Вот, как раз наступила ночь, темнеет. Не очень страшно, но прикольно. Еще можно бегать по светлячкам, но когда ты к ним подбежишь, они как бы будут исчезать, и нужно, чтобы рядом было как минимум 20 штук, чтобы ты бегал от одного к другому. Вот. Я не стала делать на этой ночи костер, поэтому сейчас я, наверное, займусь локацией штуки, которые я добывала, когда рубила деревья. Вот. Я походила шишки, то есть деревья, которые я ходила, они будут продолжать расти. И можно еще как раз сделать шапку. Я накопила достаточно лепестков, нужно как раз знать, я ровно только сделала. Нажимаем билд, и у нас есть шапка, которая повышает нам расход. Капает, из листа у меня уже осталось 5. И осталось, чтобы просто ждать дня и перепустить. Сегодня я уже планирую идти куда-то, но мне интересно, что я буду ходить, мне нужно создать чехол, чтобы добыть камень. Всегда иметь запасом ресурсы, потому что вот в этом как бы и суть рядом с арбом. Ты должен быть готов к всему, потому что, например, сейчас первую осень, а мы именно в это время года появляемся в мире, ничего, никаких как бы особо опасных вещей не происходит. Но вот, например, в зиму к тебе приходит скот аллей, это такое существо, гигант, это является боссом, и с ним можно сразиться, и из него выпадает глаз такой, который можно использовать в разных вещах, но самое частое его использование — это сделать донтик. Мой любимый персонаж — это, наверное, девочка с белыми волосами, потому что у нее есть с собой цветок, с которым можно вызывать призрака, это ее сестра Алигея. Не знаю, прости, сколько встретить, она умерла, но тем не менее, такой сюжет у этой игры довольно интересный. Вот, и некоторые взрослые тоже играют в эту игру.
она вообще, в принципе, для как бы, всех возрастов рассчитана, ну, не считая совсем маленьких, как бы. Мне кажется, что она где-то от 10-9 лет. Так, прям с ним нужно его подобрать. На YouTube можно найти довольно приличное количество роликов, но их все равно не очень много, потому что эта игра не очень популярна. Я пока что хотела бы найти деревья побольше, чтобы их рубить, потому что я не имею, как бы, у тебя тратится топор, когда ты рубишь дерево, а если ты рубишь маленькое дерево, то из него будет, собственно, мало дров, и я хочу найти большое дерево, и уже там, как бы, рубить. Камень, он мне понадобится для того, чтобы сделать кострище. Мне еще также выпадают плинты и еще что-то. Уже там потом расчетим. Еще золото там надо. Вот золото как раз у меня еще два. Вот. Кто-то говорит, если навести на предмет, он может дать ему некое, как бы, что-то сказать про него неопределенное. Вот эта штука, она мне вначале не нужна, она нужна, когда это как бы уже у тебя есть база, есть место, где ты живешь. Это мало, как бы, может там пригодиться на начальном уровне, когда ты только начинаешь играть. Вот. Я обычно не делаю себе дома в каменном биоме, то есть вот в этом. И в темном лесу, потому что мне просто не нравится это место. Я обычно делаю себе дом, получается, в светлых частях, как бы, там, где много ресурсов, или в темном месте, если там рядом есть какое-то светлое место, прям рядом, чтобы туда было буквально пару секунд. Вот эти деревья, они очень-очень хорошие, потому что это очень, как бы, удобные деревья. Во-первых, из них выпадают палки просто так, а палки при долгой игре, это уже становится редкий ресурс, потому что когда ты собираешь куста, они как бы должны вырасти только через некоторое время. Так, вот это часть болота, вон там часть болота, и на болоте очень опасно, туда лучше не ходить, тоже как бы пока ты начинаешь играть. Вот, скоро опять ночь. Мне кажется, когда приходит сухой полей, это создать как можно побольше зубастых ловушек. Вот тут еще игрушка с фуламином. Здесь как можно больше зубастых ловушек. Это, получается, такие ловушки, которые закрываются, когда на них идет какой-то страшный, как бы, не страшный, а существо, которое может себе принести вред. Ну и зайцы тоже на них попадаются. Но если персонаж там пойдет по нему, то ничего не будет. А это, ого, это глаза, вот эти вот, их лучше опасаться, потому что они будут за тобой долго ходить, ну, остерегая свои, как бы, место, и у них потом можно украсть яйцо и вырастить его, и некоторое время ты будешь выращивать маленького птенчика, на карте проверить, как бы, да, вот это место, главное его отметить для себя, или вот это место, да, вот синими вот этими вот штуками, это яйца, их кладка, их там очень много, это очень хорошо, потому что я в своей игре однажды нашла только как бы одно, я обошла весь мир, как бы весь мир, он не очень большой на самом деле, но вот тут очень повезло с ними, и когда ты их уже вырастил, вот этих вот, это, по-моему, так, это, я их называю глаза, просто глаза. И когда ты вырастил себе глазика, как бы, он становится не такой большой, как те были, он становится подросток. И вот этот глазик подросток, он будет тебя защищать в бою, он может умереть, но он будет тебя защищать всеми силами. Он будет тебе помогать во всем, ходить с тобой. Вообще, в принципе, когда ты заводишь себе глазика, да, можно так сказать, тебе нужно будет несколько дней его выращивать у костра, греть его и вот это яичко, пока он вылупится совсем, как бы, еще новорожденного. А новорожденного глазика нужно постоянно кормить, и вообще, мне это, как бы, я бы не стала себе заводить глазика, потому что
для охраны, потому что когда он становится взрослым, он уже от тебя уходит. Он не становится тебе агрессивным, но он просто от тебя уходит. Это меня немножко расстраивает, потому что это очень много усилий на него тратить. Я это в основном использую как чисто вот ради прикола. Это очень мило, когда ты его выращиваешь. Но я однажды забыла про него и оставила его ночью возле костра. Вот такой звук от этого енота. Он забирает себе в пещеру все вещи, и если его нору выкопать лопатой, которую можно скрафтить, вот она, то, как бы, то вот оттуда выпадут все вещи, которые он когда-то украл, затащил к себе. Вот сейчас я буду обжаривать все вещи, которые у меня были. Кстати, ягоды именно эти, по-моему, они пропортившиеся, и когда ты их жаришь, они как бы срок годности становятся чуть подольше. Это очень удобно, когда ты просто продлеваешь жизнь вот этим вещам, и они становятся еще, по-моему, питательнее. Вот. Морковка то же самое. У нас есть чем заняться. Семечки тоже можно обжарить, но, в принципе, это... Да, я стала, как бы, у меня был мир, в котором я играла, и там я уже играла более-менее нормально, более-менее хорошо. И я уже перестала под конец обжаривать семечки, потому что я там завела себе питомца, гломчиком. Еще несколько было животных, птица в клетке. Это все будет потом. Я потом о них расскажу. Их нужно было кормить семечками, а жареные семечки они не едят. И поэтому, как бы, нужно было что-то делать, и я перестала просто это делать. Вот сейчас сразу же нужно создать себе костерик на завтра. Я вот всегда так запасаюсь. А если нужно во время ночи идти, то я создаю себе факел. Вот. То есть, как бы, ты его берешь в руку, и освещается у тебя некоторое количество как бы, земли. Я, в принципе, все обжарила, и если я сегодня не наберу еды, то мне, как бы, то я буду ходить с факелом, потому что я не вижу смысла стоять на месте, когда, как бы, тебе нужно узнавать мир. Я сколько смотрела YouTube поначалу, когда только училась играть, я смотрела разные ролики, что говорят, и вот просто практически на каждом ролике что говорят, я это уже тоже поняла. Никогда не строй себе базу в первые дни. Походи дней как бы 5-6, и тогда ты уже найдешь себе хорошее место и сможешь туда вернуться. Потому что я однажды сразу же поставила базу, и об этом очень сильно сожалела. Мне пришлось ее вообще перестраивать, когда у меня там уже было все развито очень хорошо. Это было очень неприятно. Так, опять игрушка. Меня немножко напрягает, потому что это новый объект, и он может быть очень редким, но это просто обычная игрушка, которая ничего не значит. Игра очень была такая интересная, и некоторыми моментами она бывает очень сложная. Например, когда к тебе приходит клоп-олень, там нужна тактика ударил-отбежал. То есть, когда ты подходишь к этому мобу, этому противнику, скажем, твоему, его нужно ударить, и пока он там что-то соображает, тебе нужно отбежать. И он будет, конечно, за тобой. Вот. Можно понять по гонщим и по глазикам, что тут мобы, они такие, они бегут, и вообще, по сути, когда они бегут, они тебя быстрее, но потом они останавливаются некоторое время и опять бегут. И именно из-за этого силы как бы уравниваются, и ты бегаешь абсолютно так же, как эти мобы. Вот. Я, например, пока что еще не успела, я уже переживала довольно много раз... тепло по олене, но я его убивала очень мало, но тем не менее, как бы, это очень сложно на самом деле, и мне кажется, тут даже не зависит от того, сколько, как бы, ты играешь, тут просто сложно, ну, или нужно очень много ловушек. Вот по этому следу ты можешь на него нажать, он его вот так, персонаж его вот так вот раскроет, и тут будет такой, как бы, отпечаток ноги, это след куала-слона, когда ты, если ты его найдешь, а он бывает разный, и зимний, и летний, ты сможешь его убить, он, собственно, для этого и как бы нужен обычно. Так, нужно есть ягоды, пока они не сломались, не испортились. Вот, след куала-слона, получается. Ты его можешь убить, и из него тебе выпадет хобот, а из хобота можно сделать очень теплую толстовку. И зимнего куала-слона, она в два раза теплее. Поэтому, как бы, я в основном куала-слона ловлю зимой.
но зимой выживать в два раза сложнее, потому что тебе нужен камень, который тебя согревает. А еще тебе нужно как бы постоянно топить, постоянные просто запасы дерева. Так, блин, нет нормальных ягод, только эти скоропорчики. Ну окей. Зато морковка хорошо держится, это удобно. Пен опять, ё-моё. Так, дальше сможем. Я очень часто устраиваю именно вот таких вот как бы биомов, устраиваю себе дома, потому что вот именно таких светлых, красивых, потому что чаще всего рядом с ними какой-то лес будет. И как бы я уже говорила, это хорошие запасы травы. И еще чаще всего светлые леса, но даже если там темные, как бы ничего. Можно как-то и с этим пожить. О, мы вернулись к самому начальному времени, вот, нашему дорогому. И сейчас, наверное, пойдем в бок, потому что там мы еще не были. Тут кто-то убил свина. Вот, это нам на руку, потому что мясо это все-таки всегда хорошо. Мы его ночью можем обжарить на костре. И как-то потом его использовать. Тут очень много разных вещей. Вот зубы вампира опять валяются. Еще, я не знаю, зачем мы так часто раз уложили, потому что, ну, не знаю. Так, о, это очень для нас удобное место. Тут гончи берутся с вот этой железякой, если они ее добьют, это вообще будет идеально. Но она сильный противник для них. Вот. И если они ее убьют, то из нее выпадет шестеренка, которую потом можно использовать в куче разных механизмов. Но шестеренка, она хорошо сражается. Я где-то вот эту базу сру. Вот этот столик, он будет за собой ночью ходить, поэтому я его не использую. Но днем он стоит на месте. Он вреда никакого не имеет, но меня он очень сильно напрягает. Потому что я не люблю, он как бы, как сказать, он... Когда за тобой что-то ходит, особенно если учесть то, что у него из-под вот этой вот занавесочки вылазят лапки, это как-то не очень приятно, мне кажется. Так, время еще пока что нормальное, и у меня есть время, чтобы... Есть возможность погулять. Вот они. Так, они ее как-то убили. Надеюсь, что это так. Да, они ее убили, вон шестеренки валяются. Ой, ой, гонщи. Я сюда завтра вернусь, главное напомнить, что тут шестеренки. Я надеюсь, что он мне поможет. Я сейчас готовлюсь спать, хотя мне хотелось вряд ли пригодиться, потому что они уже отстали. Я, короче, завтра пойду к ним, и еще, кстати, один бонусик такой. Когда ты бегаешь по дорожке, ты в два раза быстрее. Поэтому лучше стараться бегать по дорожкам, это очень удобно. Вот, а когда ты ешь лепесток, если у тебя мало хп, то ты можешь есть лепестки и спать как бы лепестком. Он тебе вообще ни на сутки ни голода не уменьшит, но зато хп он по один лепесток плюс одно хп. Это очень как бы, это очень мало, но для начального тоже игрока это как бы хоть что-то. Потому что в основном в начале игрок не получает никаких травм особо сильных, там только если лягушку как-то побило. Но это вообще как бы... Тут вот это место лучше не совать, тут гончи, это вообще как бы, такое территория. Вот можно ее к свину, правда, отвезти, но, блин, свин, не знаю. Он будет, конечно, с ней сражаться, но это не всегда бывает выгодно. Так, все, нужно готовиться уже ставить костер. Так, у меня протухли ягоды, и теперь это плесень такая, что ли. Вот, я уже установила, вот эта плесень, ей можно топить. Это нельзя есть, это очень сильно понизит рассудок. Еды тоже не прибавит, и но хп тоже не снимет. Короче, это для рассудка плохо. Вот, кушаем нормальную морковку, которая у нас есть. А, мясо надо еще пожарить и ягоды. Еще Discord это очень реалистичная игра. Зимой там день, там ночь становится примерно вот по эту клетку, и она очень длинная, вечер очень короткий, и день тоже. День тоже укорачивается. Вот, очень реально классная, реалистичная игра. Я ее очень сильно люблю, потому что она очень прикольная, на мой взгляд. Вот, за эти я играю, в принципе. Яичко обжариваю, чтобы они тоже были более питательные. Отлично. Я уже насобирала много ресурсов, но баг пока что нигде не хочу устанавливать. А чтобы... Я сейчас думаю уже примерно с базой, у нас уже четвертый день, еще можно
два дня где-то поскитаться, ну, конечно, сколько ты будешь как бы ходить по свету, это от тебя зависит, от желания, как бы. Но я хотела бы уже найти базу и уже ее развивать, поэтому я просто как бы загляну на карту, посмотрю, что я прошла уже, где мне как бы будет удобно. Я точно не буду вот тут ее делать, потому что тут как бы гонщие, я вообще не хочу с ними, если честно. Так, немножко глючит. Вот, вот это хорошее место, тут рядом светлые участки, в принципе, вот, темные участки. Можно вот тут поселиться, ну, в принципе, как бы, я прошла еще не так много, чтобы что-то, как бы, куда-то уходить, что-то хотеть, как бы, я не знаю, мне пока что кажется, что еще можно походить куда-то, что-то поделать, и вообще, как бы, собрать побольше ресурсов, просто вот достать все, что ты можешь из этой карты. Вот это, получается, светлая земля. Я вот как раз на такой хочу поселиться, это для меня как бы было. Мы нашли Честера. Если вы видите этот глаз, хватайте. Это просто любовь. Это, я обожаю вот эту штуку. Если я сейчас возьму, она прибежит, и это мой, скажем, друг. Я его всегда подбираю, когда нахожу. И это не какая-нибудь игрушка, это просто моя любовь. Так. У меня уже закончилось место в инвентаре, поэтому он мне как раз сейчас поможет. Вот он, мой дружок. Мы его открываем. Это вообще сундук, который будет бегать за тобой. Ну, он такой классный, а если на тебя нападут гончие, а такие есть моменты, то они могут отвлечься на него. У него очень быстрая регенерация ХП, поэтому они смогут его убить, но на это нужно многое время, и я его как бы вижу у себя как пёсика. То есть, фактически, он занимает у себя 1 клетку и еще плюс 9. То есть, получается, плюс 8 клеток, и это очень как бы круто, я люблю Честера. Вообще, шанс его встретить как бы маленький, потому что просто во всем мире его найти вот так вот буквально на 4-й день, это реально очень как бы хорошо, очень круто. Очень круто. Да. Так, у меня уже заканчивается дерево, и я себе не сделала костер на ночь, поэтому мне нужно добыть еще дерево, чтобы как бы просто меня не убил Чарли. Чарли — это такая вещь, с которой лучше не шутить. Такое что-то. Ай-яй. Место закончилось, и нужно с Честера что-то убрать. Во-первых, я съем морковку, потому что она мне сейчас просто, в принципе, не нужна. Я ее не обжарила, и поэтому... Вот минус обжаренных вещей, они занимают отдельную клетку в своем инвентаре. Шишки я сейчас сразу же посажу, наверное. И эту тоже. Кстати, еще, вот эту штуку еще можно использовать для удобрения, то есть, как бы, когда у тебя уже есть база, ты можешь создать на ней огород и в нем что-то посадить, в нем, как бы, так, вот, я создаю костер, опять же, таким, и на вечер его оставляю. Собираю цветочки, если у меня гончие, как бы, как-то что-то не делают. Вообще, я часть их по привычке собираю, потому что стараюсь собирать все, кроме новогодних игрушек. В принципе, цветочки, они тоже могут мне помочь. У меня, например, вот постепенно снижается уровень, он сам портится, эта штука. Тут есть предметы, которые портятся от того, что тебя бьют. Например, такие, как защита. Она, по-моему, здесь делается. Вот, да. Кстати, почему бы ее не сделать, у нас все равно нет рюкзака. Это будет нам защита дополнительная. Она портится, если тебя бьют. А есть такие вещи, например, как арбузная шапка. Она тебе поможет в холодное время. Вот она. Мне нужен арбуз и 3 веточки. Арбузная шапка, она будет сама по себе портится так же, как вот этот огород. И я вообще больше люблю вещи, которые портятся от ударов, потому что если ты ее просто положишь в сундук и не будешь ей пользоваться, крафтишь ее, допустим, поздно, не так, как надо летом, чтобы охлаждаться, а попозже, то она просто испортится, и арбуз, а это вещь, которую ты можешь вырастить на грядках, которая не самая частая, не очень часто выпадает, она как бы пропадет. Вот это пауки, они очень простые противники, и они всегда живут в коконах. Вот как раз один из этих коконов. Если ты видишь пауков, значит рядом есть коконы. У коконов есть 3 стадии, вот это самый первый, потому что мы недавно тут спавнились, и он не успел разрасти. Есть второй, он чуть побольше, есть третий. И если третий его не разбить, то есть как бы не вытащить оттуда всех пауков, а если ты будешь трогать кокон, то из него вылезет пауки. Вот,
Если бы было получить, чтобы их нет, потому что это только первый левел. Вот. И появляется такая музыка интересная. Крутая. Вот, и только первый левел, из него никто не вылазит. В общем, из него начинают вылазить пауки, вот, я опять по привычке раскрыла дисплет. И как бы пытаться тебя атаковать, защищать. По-моему, насколько я помню, только на третьей стадии, как бы, третьего левела, из них даже, да, это точно, из них выходят такие пауки, они желто-зеленые такие, и они от их ударов в 2-3 раза больше урона. Вот. И еще если разбить фалкон только третьей стадии, то он только с третьим левелом работает, то из него выпадет как раз он самый, и если его поставить заново, то в нем не будет фалкон, они появятся через несколько дней. Но и он будет разрастаться, опять же таки его нужно будет ломать. Пауки это обязательно. Почему? Потому что когда ты уже станешь как бы профи, тебе нужна будет определенная шапка для того, чтобы у тебя было много рассудка. Я ее сейчас даже, может, найду. Если не найду, значит, у нас пока что недостаточно левел для нее. Это не есть хорошо. Здрасте. Вот. Здравствуйте. Вот. Так, я уже подговорилась, нужно что-то перекусить. Уже скоро ночь, нужно готовить костер, чтобы... Так. Так, у меня пока что нечего... А, нет, это семечка, ее можно обжарить. Так, у меня что-то еще протухло, потому что у меня уже сильно... А, да, у меня ягоды протухли опять. Все, один... Выкидываем, что она очень хорошая такая, да, очень. Сейчас возьму одну даже, я вам покажу уже. Блин. Я одну... Так, вот, все. Теперь нужно... Вот, в принципе, стало быстрее. Вот такие моменты, это просто баги Дон Старва, когда Чарли тебя убивает, когда ты не можешь найти. У этого персонажа есть особенность, у него растет борода. И через 5-10 дней она вырастает. Она вырастает. Он уже бородатый, можно... крафтить бритву и побрить ее, но зимой ее лучше не брить, потому что она будет тепла. Это пчелы, и улей можно сломать, и зимой выпадет специальная штука, чтобы скрафтить как бы улей, из которого уже пчела, просто брать мед, улей пчеловода. Кстати, когда ты заводишь чистку, он начинает прыгать, так очень весело. Это очень прикольно, Веселый человечек. Абсолютно веселый человечек, только я бы не сказала, что он человек. Ребят, всем привет. Что вы тут делаете? Ну, это игра Дон Старс. Что он тут делает? Просто смотрю, как играет. Вот. Тут ты должен развиваться и как бы... Просто как бы становиться игроком, развивать свою базу. Я пока что еще базу успокоила, это только 5-й день, поэтому еще так, красный гриб, грибы это вообще отдельная тема, я просто мало что помню, но я знаю, что если пожарить зеленый гриб, а его нужно собирать в какое-то определенное время, кстати, как и все. Красные, это, насколько я помню, дневные. Зеленые это вроде вечерние, а голубые это как бы ночные, и всего три вида. Вот, я точно знаю, что если пожарить зеленый, то они очень хороши для рассудка и забирают пару хп. Ну вот пару хп это вообще очень мало, они, по-моему, устанавливают плюс 20 рассудка, это довольно много. И минус 1-2 хп, это, как бы, я считаю, это вполне выгодно.
Вот, поэтому я собираю грибы зеленые вечером. Если нужно рубить дерево, а его очень мало, все-таки лучше рубить это в разные дни, потому что если в один день срубить очень много дерева, то вы вызовете энт. У разных деревьев разный энт, но, как я уже говорила ранее, вот на этом дереве, энтов нету. Но если бы это дерево захотелось, то можно рубить сколько угодно, но еще с него просто поставить ветку. А с других деревьев получается, что энты выпадают. С этого дерева получается такой эрт, который как бы это просто елка, только у нее появляется лучшее лицо. Как бы страшное такое довольно. Те, кто играют в Майнкрафт, меня сейчас поймут. У него лицо немножко похоже на крипера с Майнкрафта. А, да. Да, вот. Да. И оно такое жутковатое. Я тоже играю в Майнкрафт. Чего? Ну, ты удалила случайно Майнкрафт. Печально. О, вот я опять... раньше играла в Майнкрафт. Я опять к глазикам пришла, но меня не любят. Ну что вы так со мной, глазики? Я же просто хочу забрать у вас все ваши яички. Ой, у них тревога. Воры. Вот вообще они очень они сильно беспокоятся. Вот, получается, я раскрыла для себя новую территорию. Отлично, я теперь хорошо знаю, где у них место проживания, скажем так. Вот, кстати, вот такой пещере в Аганисе, просто могу рассказать. Человека, вот персонажа. В этой пещере можно создать себе питомца, как раз мы ее встретили, я могу объяснить. В ней можно создать питомца, и этот питомец, он вообще особой сути не имеет, потому что он абсолютно разных. Но вот самый, на мой взгляд, выгодный, это Глом-Гломчик. Сейчас, подождите, я вам даже вас покажу. Так, нет, я не знаю, как ее использовать. Точнее, я знаю, но, по-моему, приходить с вещами, которых мы знаем. Давай, питомца. И ты можешь туда положить некоторые предметы. Например, на шутке, помню, Глом-Гломчик делается из ириса, это точно. А ириски делаются в казане, которые уже посещаешь, когда у тебя база развита. И еще чего-то там. Это нужно погуглить. И Глом-Гломчик будет... Глом-Гломчик, да, так, да. Это именно определенного пэта, как зовут. Питомец, которого ты создашь, он будет за тобой ходить, но в принципе он просто просит кушать и умиляет тебя. Просит кушать и умиляет. Это вся его цель жизни. Больше он не имеет никаких вообще причин заводить его. Но я как человек, который хочет все попробовать, да, это, в принципе, он мне особо не сказал, только когда он голодный, а он умереть как-то не может, потому что его, у него нету предмета, например, как Честер. Вот ты его привязываешь к этому глазику. Вот ты ушел, Честер остается с глазиком. А у Глом-Гломчика такого предмета нету, которому он привязан. Он привязан лишь к себе, а он будет за тобой вечно следовать. Только если ты его не отдашь. Ты его так бы можешь отдать в ту же пещеру, глазик не прийти, и отдать Глом-Гломчику. Я его не хочу отдавать, мне очень нравится именно в той игре, которую я не живу, она очень милая. Потому что когда приходит гость, те же самые, он для меня очень умиляет, и для меня это очень классно. Еще гончи тоже бывают разные, бывают ледяные, бывают огненные. Да, огненные, если они умирают, то они вон, грибы зеленые, я же говорила, они вечером растут. Грибы растут, как раз хорошо. Мы его обтарим, и они себя растут. Вот, мы пришли к свинам. Свины чаще всего в этом биоме живут. Вот, пришла к нему, он свет выключил. Свинья какая. Ты хочешь, чтобы меня Чарли съел? Так, тут вот можно зайти на кладбище, и ночью из него выходят вот такие привидешки. Ой-ой, уже темнеет, а я тут что, говорю про привидешек. Ой-ой-ой. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, я не добыла дерево, и поэтому мне нужно просто бегать с факелом.
Так, вот, все, я буду бегать с факелом. Я больше ничего не остановлю. Берем себе еще один факел. О, вот такой этот, синий гриб. Вот, собственно, почему он синий, я его сейчас соберу и вам покажу. Вот он синий такой был. Вот. Эти деревья, из них энты совсем другие. Энты, это, как я уже говорила, монстры, которые на тебя злятся после того, как ты прививаешь природу по им глазам, как бы делаешь вред природе. У него появляются корешки, которые будут тебя бить. Они работают так же, как щупальца, но я еще не говорил вообще. Поэтому это понятно. И у них появляются рядом такие маленькие кустики, да, что ли. Они бегают и орут за тобой. Сносят за один раз по 5 хп. У разных персонажей тоже разное количество жизни и вообще как бы... Разные, у них у каждого разные особенности. Вот, еще есть автоматизированный, здесь такая, когда у тебя кончается первый фонарь, твой второй фонарь, он уже сразу, как бы, сразу появляется у тебя в руке. Вот первого фонаря у меня как бы, как и не было, будто не было, а второй, вот, у него, сейчас, где второй, вот, у него несколько процентов, 5, снизилось, и он как бы, что, я его сняла и заметила. Так, вот, кирочка, у меня уже мало кирки, я думаю, что я еще дала мало, но так и не добудут камень. Да, как бы, бывали такие моменты, когда мне нужно было срубить дерево, у меня уже мало всего оставалось, мало процентов на кирке. Я его ломала, и прям вот буквально последний удар срубала дерево. Из именно вот этих деревьев как бы выпадают вот такие шишки, это очень классные шишки, на мой взгляд, вот потому что когда ты их сажаешь, ты получаешь что-то. Дерево, ну, более-менее мирное, скажем, нормальное, не... А еще, если их пожарить, то их можно есть, но я их не люблю, как бы, использовать еду, потому что в мире достаточно еды, в принципе, которую ты можешь использовать себе в еду, как бы, а когда ты ешь семечки, то ты, как бы, тебе сложнее будет деревья выращивать. Да. Собираем вещи всякие. Вот. Что ты делаешь? Как бы некоторое количество людей, но не очень много, чтобы было как бы не опасно. Вот. Ребят, потихоньку уже заканчивайте, у вас осталось не так много времени. Хорошо, тогда получается, если нужно выйти, у меня просто поначалу с этим были некоторые проблемы, то нужно нажать на паузу под галочкой и дисконнект нажать. Потом будет. Вот, собственно, мы вышли из этой игры, выходим, точнее, в процессе. Тут есть некоторые виды персонажей. Тут как бы мы попадаем вот сюда, и тут есть разные персонажи. Вот так, вот это как раз... Так, сейчас. Это тот как раз персонаж, за которого мы сейчас играли, только тут он без бороды. Это персонаж такой вот. У этой девочки особенность, то, что она может делать боч. У вот этого, я не знаю, честно, я в него не играла. Вот у этой девочки, которая тут жена, у нее способность огонь. Этот, он очень вкусно готовит, и он не может прожить без вкусной еды, то есть он не может есть просто ягоды, просто морковку, он обязательно должен готовить казане. Собственно, больше я тут не вижу персонажей, но их на самом деле больше. Вот этого я не знаю, это снова обновление, наверное. Вот. Ну и, собственно, все. Потом можно нажать Command Q, просто и все. Но это работает только если вне конференции, потому что он так будет думать, что ты будешь закрывать конференцию, а не... Вот, нажимаем закрыть ту просто.
но почему-то немножко не работает, немножко грузит, ничего. Все должно закрыться.